Итак, вот там океан. Это один квартал от океана. Квартал не такой крохотный. Знаешь, бывает квартал, там три дома стоят. Нет, здесь, может быть, их десяток стоит. Вот. Но, тем не менее, вот эта улица идет на расстоянии одного квартала. Следующая улица после набережной. Что тут на ней? Тут тихо, мирно, влажно. Если что, там гниет, конечно, дерево-то от влаги. Вот, тут скоро будет. Видите, они как вешают, написано «Coming soon». Скоро будет еще один. Вот, симпатичный, да, такой. Этот, он может быть не новый, но очень милый. Так, а это, видимо, вход. Такой прикольненький. Честно сказать, место жалко. Вот это место, этот пятачок, он как бы пропадает. Свет, посмотри. Вот тебе нет ощущения, что жалко место? Вот они как-то так сделали заход. Но, с другой стороны, чисто вот так внешне на глаз, в этом что-то есть. Так как-то выглядит красиво. Красиво. Ну что, пошли, да? Пойдем. Очень странный. Здесь какой-то смысл имеется. Где? Здесь, за вот этим. Нет, там просто угол какой-то. Нет, просто угол совершенно пропавший. А зачем да, правда, так делать? Пропавший угол. Может, ну, там просто что-то стояло? Нет, это не собачьи будки. Ну, там бетонировано, то есть, может быть, там когда-то что-то и было. Очень странно, да. Может быть, и было. Так, да, ну что? Ухожено. Или ухожено, ухожено. Здесь, там и дом поновее. Тут, безусловно, ухожено. Нет, дом не поновее, дом поухоженный. По ухоженнее. Да. Вот этот дек деревянный. Мне такие подиумы нравятся. Подиум, друзья, подиум. У нас называется дек. Дек дословно палуба. Мы такие моряки, что на палубу. Видите, он был покрашен когда-то. Да, да. Тут, а тут коврик лежал. Отмылось, наверное. Тут не, коврик был. Тут был коврик. Так. Ну что же. Вот такой эркер такой. Это ламинат, конечно, да. Это ламинат. Вот. Ну, наверное, они ламинат положили специально под продажу, чтобы красиво выглядело. Безусловно, здесь... Да, да, хорошо, удобно. Специально вот матрасик кладут. Тут как бы видно, что и кухонька может быть новая специально. So is it a new flooring? Or? The floor is new. The whole kitchen has been redone. They pretty much redid the bathrooms. Okay, okay. So it's kind of you tried to make it like ready to move. It's ready to move in. Good, yeah. Good, very good. Yeah, and the people have already moved out. They live their full-time houses up in Palo Alto. Встроенная плита. Good. And it's also already set up for gas as well, so you could switch over to gas if you didn't want the. Ага, то есть можно на газ переключить. Окей, хорошо. То есть тут можно и то, и другое, если хочешь. Все новое, кухня новая. It's a camera. That's a camera? Yeah. Taking notes. It's double thick. I mean, two layers of stone. Yeah? О, нет, это специальное, да, я понял. Это декоративное. Они уже так делали, значит. Это декоративное. Тут мы... So it is staged. Yeah? It's staged. Yes, they're not living here anymore. Да, окей. Okay. Я честно сказать, поначалу не понял, это просто делают специально. Обычно они вот это вот второе, ну, утолщение делают иначе. Просто оно здесь сделано так прямолинейное, что я подумал, что чтобы положили два слоя. Абсолютно, это все staged. Mm-hmm. Да. Это все пришло для красоты и, соответственно, их задача. Показать, потом забрать. Сделать вещь такую, что ничего уже не надо делать, просто въезжаешь и живешь. Угу. Потому что иногда бывает, что ты въезжаешь, надо ремонт делать. Здесь ремонт сделали. В этом есть плюс и в этом есть минус. Потому что, когда ты сам делаешь ремонт, то ты делаешь его под себя. Но, с другой стороны, мало кто хочет делать ремонт под себя. Люди хотят въехать в основном. Когда тебе ремонт сделали, за тот ремонт, который сделали не под тебя, ты заплатишь существенно больше, если бы ты делал этот ремонт под себя, поэтому дело такое. Я видел оригинал, вы видели? Картина, видишь, знакомая? Это Ван Гог. Так. Висит, как музей называется, скажи?
Что? Где висит Ван Гог оригинал? Он что, главный? А, этот... Я могу сказать, главный название музея. Д'Орсей. Д'Орсей. Вот, пожалуйста, а тут? Музей Д'Орсей. Да. А это, можно сказать, подлинник. Ну, или такой. Наверное, да. А, на доске. Понял. На доске. Хорошо. Так, мы ничего не знаем про этот дом еще. Флайера нет? Слушайте, шикарная, шикарная большая комната. Надо понимать, что это, наверное, мастер-спальня. Так, тут что у нас? Занято. А, занято, окей. Мастер-спальня. Занято, это святое. Так, это вот у нас бэк-ярд. О, лимончики. Так, лимончики, хорошо. Джакузька там, вот в углу. Так. Слушайте, ну что? Мастер, конечно, мне нравится. А? Вышел утром. Да, тут вообще спаленки хорошие. Тут как-то все углами. Вот тоже довольно интересно, да, вот такой угол. А из него три двери. А вон ту ванну можешь посмотреть. Там, три двери, ну-ка смотрим. Я вам хочу вот что сказать. Так. Этот вам стоит 400. Так, Светлана высказывает там разные теории. Так. А это тоже туалет, что ли? Да. О, давайте глянем. Так, давайте, послушайте, симпатичный такой туалетище, друзья. Очень симпатичный туалетище. Мне кажется, просто там меньше сам по себе. Так. Ну, за 100 тысяч можно это все сделать. Ну-ка. Но а мы там не были в туалете. Пошли смотреть. Там такие стеклянные чушки, чтобы непрозрачно было, чтобы тушка, которая сзади, не просматривалась. Вот, душ. Это довольно странно. Душ, хорошо. Здесь влажность, то есть все равно попадать будет сюда. И как в шкаф. Ну, дверь же есть. Ну, я понимаю, но она была более естественной отсюда. Очень часто бывает, что вот двери нету, а просто открыто. Да, и тогда, конечно, влажность туда пойдет. Это часто делают так. Гранит повсеместно один и тот же. У нас вот сейчас хорошо нравится в нашей квартире, где у нас мастер. Да. У нас отдельно вот умывальник и отдельно дверка в ванной. Потяните за крючочек. Давайте там, глянем. Наверное, подвальчик какой-то, нет? Ну, так называемый... Нет, это не подвальчик, это так называемый crawl space. То есть там ползать можно. Вот в этом crawl space можно проползти и что-нибудь с трубой сделать, которая внизу там идет. Понятно, для обслуживания. Для обслуживания, да, совершенно верно. Для обслуживания. Так, Светочка, есть какой-то флайер, нет? Да, там есть флайер. Давайте посмотрим флайер. Смотря что делать. Ну что делать, друзья, смотрим на флайер. Что у нас есть? У нас 3 бедрума, 2 басрума. Площадь, значит, 1638 скверфит. Ну, грубо говоря, чуть больше 150 метров. Участок 6 соток. Дальше что? А в том доме побольше, 7,5. В том доме участок чуть побольше, в том доме... Площадь дома маленькая, 2 спальни и так далее. Нет, этот дом, конечно, намного лучше во всех отношениях. Сколько они хотят за него? 1 400 000 они хотят, вот. Они хотят за него 1 400 000. Хорошо. Светочка, поделись, что ты говорила. Иди сюда. Говори. Мы сравниваем этот дом с предыдущим, который развалено за 1 200 000. Да. А этот они хотят. Да. Этот симпатичный 1 400 000. Да. Но дело все в том, да, что они в этом доме сделали просто косметический ремонт. Так. Они ничего не делали, ни стенки не меняли. Ну, может быть, да, открыли. Нет, ну эта стена, вот то, что мы стоим, она старая. Нет, конечно, они, да, внутри открыли пару стенок, да, и сделали красоту. Так. И все. И эта красота не стоит 200 000. Вот то, что они, ну, площади больше, хотя ну, участок площади меньше. Площади больше, да, а участок меньше. Да. А ценность вся в участке. Плюс тот ближе к океану, то есть локейшн, да, того явно лучше. Они одинаковы от океана. Нет. Они на одной улице. Они на одной улице, но это нужно еще пройти, а там совсем вот вышел. Ну, зал. Хорошо, ладно. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что вот эти все преобразования, то есть там и привести дом в такое состояние, как это, там, да, за меньше деньги, чем 200 000. Ой. Да. Потому, ой, что... Света. Да.
Но здесь ты должна будешь достроить, должна будет достроить 60 квадратных метров, Свет. Ну, 60 квадратных метров, это не так много достроить. Даже вот это будет вот такое. Ой, Светик, я честно, я считаю, что за такие деньги не уложиться. То есть. Ну, еще раз, каждый тут решает сам для себя. Может, он правильно, может быть, тот дом снести совсем, построить уже что-то новое, тогда это будет серьезно, дороже стоить. Да, да. Тогда это дороже стоит. Но здесь мы сравниваем. Просто этот дом производит хорошее впечатление, просто потому что он чистый. Хозяйка сказала вот что. Что не хозяйка, а риэлтор, она сказала, что сдается. Я спросил, сколько сдается. Она говорит, сдается это за 5500. Да ты что? Вот этот дом сдается за 5500. Слушай, и сказала она, что если его сдавать как vacation rental, видите, как это VRB, как-то они это называют, если сдавать как vacation rental, то 10 000 в месяц. Ну, на короткий период всегда больше дороже выходит. Да, ну да, но тогда нужно какое-то дополнительное обслуживание. То есть нужно прийти, там что-то поменять, освежить, убрать. Ну да, да. Но есть еще работа по нахождению жильцов. То есть это работа, там они должны оплатить, они должны приехать, то есть с ними надо общаться. То есть есть какая-то работа по продаже места. И все-таки, Свет, я должен сказать, что дом 63-го года, вот этот, 63-го года, это не дом 20-го года. И он все-таки на 40 лет моложе. Другое дело, что если вы сносите, об этом не думать, то, конечно. Но вот если в нем жить и так далее, это уже сказывается. Зачем они вот это сделали, непонятно. Я думаю, может быть, что-то старое было. Может быть, здесь имеется в виду, что здесь можно выйти, потом поставить скамеечку, сесть и около калитки сидеть. Может, еще одно парковочное место? Так, я думаю, что мы можем попробовать выйти к океану туда. Двигаясь вперед, да, пойдем вперед, и там, может быть, налево.